Лучшие мосты Киева. Южный мост – это первый мост, который видят люди, приезжающие из-за границы. Именно по нему едет транспорт из города Борисполь на правый берег. Это самый высокий мост Киева, 133 метра, вид у моста впечатляющий. По мосту проходит зеленая линия метро. Длина моста 1256 метров. Ближайшие станции метро – Славутич, Выдобичи, Киевский пешеходный мост. Открытый для прогулок киевлян, а также туристов, с которого открывается вид на город. Здесь можно спокойно пройтись, насладившись искусством и прилегающими к мосту парком, Владимирская горка, парк Дружбы народов. Длина моста – 216 метров. Ближайшие станции метро, Майдан Независимости, Почтовая площадь. Пешеходный мост через Днепр. Старый пешеходный мост, по которому можно перейти через Днепр с правого берега на Труханов остров и обратно. Помимо красоты моста, это еще и грустное место. С моста нередко прыгают люди. Длина моста – 429 метров. Ближайшие станции метро – Майдан Независимости. Северный Московский мост через Днепр на севере Киева. На него открывается неплохой вид с Оболони. По мосту ездят троллейбусы на Троещину. Часто на мосту происходят аварии, которые связывают с мистическими явлениями. Длина моста – 816 метров. Ближайшие станции метро – Почайная. Подольско-Воскресенский мост через Днепр и Труханов остров, который пока находится на этапе строительства. Мост имеет красивую арку и эстакадные разъезды с соответствующей конструкцией. Длина моста – 4432 метра, ближайшие станции метро – Почайная, Тараса Шевченко. Мост Патона через Днепр, расположенный между Днепровской набережной в Печерском районе и Березниками на левом берегу. Первый в мире цельносварной мост. Примечательно, что массивные конструкции в виде арок на мосту отсутствуют. Длина моста 1543 метра, ближайшие станции метро, Дружбы народов. Дарницкий мост. Красивый мост с металлическими арками. Здесь проходит как автомобильное движение, так и железнодорожное. Для прогулок мост явно не лучший, учитывая трафик, а вот посмотреть на него интересно. Раньше на этом месте стоял мост Струва. Длина моста 1100 метров. Ближайшие станции метро, Выдобичи. Гаванский мост. Название связано с тем, что мост проходит через гавань. Мост соединяет Подол с Рыбальским островом. Начинается с арт-причала. Красивое, туристическое место. Длина моста 380 метров, ближайшие станции метро, Почтовая площадь. Мост метро. Большой мост через Днепр, соединяющий не только берег Киева, но и проходящий через гидропарк. Отличный вид на этот мост открывается из парка Вечной Славы на правом берегу. По мосту проходит красная линия метро. Длина моста 700 метров. Ближайшие станции метро, Днепр, Арсенальная, гидропарк, Левобережная. Пешеходный мост на Оболоне, еще один недостроенный мост, который пока нельзя увидеть. Зато после открытия, мост обещает удивить киевлян своим необычным видом. Новый пешеходный мост через какое-то время украсит Оболонскую набережную. Ближайшие станции метро, Оболонь, Минская, Почайная.